Глава района Андрей Дорошевский провел рабочее совещание. Одна из главных тем – развитие физической культуры и массового спорта на территории Северского района. В муниципалитете развитию материально-технической базы и организации спортивно-массовой работы уделяется большое внимание. Строят и ремонтируют спортивные объекты, организуют соревнования для населения. По итогам районных соревнований формируются сборные команды Северского района по видам спорта. И, соответственно, чем больше мы создадим условий в наших поселениях, тем они лучше будут подготовлены к участию в районных соревнованиях. Ну и, соответственно, в копилку Северского района будет больше и больше попадать медалей различного достоинства. Обсудили также реализацию так называемого детского закона. Профилактика безнадзорности в Северском районе осуществляется на постоянной основе. Только за первое полугодие текущего года прошло 309 рейдовых мероприятий. Регулярно проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями. О проделанной в поселениях работе доложили исполняющие обязанности глав Шабановского, Смоленского поселения и глава Григорьевского поселения. Рассмотрели погашение задолженности предприятиями ЖКХ и выполнение работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Черноморскому и Новодмитриевскому поселениям стоит активизировать работу в этом направлении.